Глава района Андрей Дорошевский посетил детскую школу искусств поселка Черноморского. Здесь на деньги муниципального бюджета, выделенные в размере более 2 миллионов рублей, полным ходом идет благоустройство территории двора. Старое, давно прохудившееся покрытие сняли, произвели армирование и заливку цементного слоя. Далее здесь выложат плитку. Обустраиваются клумбы под цветники, часть из них засеют газоном. Глава района дал поручение привести в порядок и входы на территорию школы. Еще в прошлом году, благодаря муниципальной поддержке, здесь заменили ограждение по всему периметру, установили автоматические ворота и калитку, обеспечивающую пропускной режим. Обучаются здесь на разных отделениях около 260 талантливых ребят. Работы по благоустройству ведутся и в Ильском городском поселении. Здесь, благодаря участию в федеральном проекте формирования комфортной городской среды, преобразится парк в центре поселка, напротив здания местной администрации и Свято-Никольского храма. Предусмотрена замена покрытия всех пешеходных дорожек, устройство новых зон и площадок для отдыха, дополнительный вход в парк со стороны улицы Пионерской, установка крытых модульных беседок для выставок, арок LED-освещения и нового детского игрового оборудования. Глава района рекомендовал подрядчику активизировать работы, чтобы не нарушить сроки их окончания. Ильчане любят это место и с нетерпением ждут его преображения к наступлению осени.